Алло? Дорогие женщины России, поздравляю вас с Международным женским днем, с праздником, наполненным радостью, теплом и душевной щедростью. Спасибо, Владимир Владимирович, но вы, кажется, ошиблись номером. Кто тебе позвонил? Он. Знаешь, что сказал? Сегодня 8 марта. Что будем делать? Почему здесь ингредиенты для пиццы, вы мне скажете? Почему сейчас 9 утра? Потому что сегодня 8 марта, дорогие девушки. Вы хотели кукинг, нет. Получили нас. Вот и все, да, мы решили 8 марта сделать пиццу. Такая вот идея. Ладно, давайте сделаем в 2 раза больше. Первым делом нам нужно тесто. Как я волосы изо рта достаю, хорошо? У нас есть рецепт, называется «Основа для пиццы, тонкое хрустящее тесто». Я вот сюда подставлю Сашу вместо твоего лица, ничего страшного, да? Кидайте муку. Килограмм? Пол кг? Кг. Так, я пока что добавлю дрожжи. Не было такой... Ладно, расскажу историю. А как я половину стакана сделаю? Что-то много, наверное. И продолжает сыпать, да? Какой я профессиональный щель. Гордон Рамзи в бешенстве. Ну и, конечно же, быстрые углеводы. Руки помойте и руками. Я руками. В Додо пицце вот, без перчаток готовят. Чем мы хуже? Тем. Ой, сюда мука просто попала. Вот так вот тщательно перемешиваем все ингредиенты. Давай 3 где-то. Давай 2,5. Да. Стоп. Руки повара вымешивают тесто. Осторожно и привлекательно. Мы покажем вам наши ингредиенты. Сыр моцарелла для пиццы. Грибочки резаные. Оливочки. Колбаска 1. Колбаска 2. Огурцы, помидоры. Булка. Аккуратность. Ой, что-то стол как-то сказал не мог. Разбей, я держу. Давай. Нет, Саша, так и должно работать. О, нормально, все, вскрылось. Так, сначала мы порежем вот эту колбаску. Нет, не надо. Открываем. Подегустируем. Да, а просто вдруг она будет невкусная. Ядовитая. Я просто провожу дегустацию. Хорошие грибы. Я хочу. Да, я. Yeah. Ты видел банки? Ладно. Так, нет, я буду резать сыр. Надо дать лайфхак. Опа. Бонжур на мамма мия. Колбаса не режется, Саша в спину трёт. Ваня вертолёт, а Степа. Песню поет. Ты что, на меня все прикинул, да, значит? У меня колбаса упала. Быстро, поднимай 5 секунд. 4, 3. Подожди, это не колбаса. Что это? Пома теста. Это был обман с самого начала. Он знал это все, он это знал. Берем, значит, яйцо, добавляем туда чесночок. Так, и туда майонез. Подожди, затушим все. Размазываем масло по тесту. Ставим печечку, значит, на 180-200 градусов. Как-то так. Ваня начинает процесс раскатки муки. А я сейчас обжарю курочку. Так, и, значит, вываливаем просто курочку. Сейчас начнет шипеть. Но пока она еще не шипит, добавим капельку соевого соуса. Основные ингредиенты первой пиццы будут кетчуп и колбаска. А что еще добавляем? Ну, сыр. Помидорки тоже. Ой, ну надо. Вот, и, наверное, сверху просто выложим красивые колбаски. Пока! В этой пицце у нас будет курочка, обжаренная в соевом соусе. Также сюда мы грибы положим. Курочка, грибочки, кошатина. Афинка, скажи привет. Кошатинка. Такая красота, конечно. Так, вот такой яичный соевый соус у нас здесь есть. Так, и вторая пицца у нас
отправляется в печку. Приготовим тематический чай. Два кружочка апельсина, пару крошечек яблочных лавандеры, конечно же, черный чай и чабрец для аромата. Заливаем. Наша первая готова. Куда? Давай скорее. Саша. Да все нормально было, пока вы не пришли. Мы пойдем, пожалуйста. Ну, а что ты думала, эстетичное вот такое вот посыпание? Нет, это русская пицца. Так, давай, давай, отлично. Обалдеть. Да, вы можете... Вы что, готовите пиццу? Блин, как мило, господи! Блин, мальчики, такие молодцы, офигеть. Что, не получилось, да? Здание сегодня просто кошмар какой-то. Ничего не получилось, это не брови, это ничего не глаза. Все стерлось 55 раз. 50-го раза, да, получилось. Пошло, да, всем привет! С 8 марта всю женскую половину Степиного канала. Всем привет, давно не виделись. Привет! Так, с нами, наверное. Привет, а может просто вот так вот? Значит, это у нас мясная пицца. Здесь у нас будут помидоры, много мяса и оливочки. И в духовку, да? И в духовку. Отлично. На, не знаю, у нас получается где-то 15-20 минут на каждую. Вот этого пицца называется «Что осталось, то закидываю». Так вот, да, вот, давай, неси. Вот такое вот сердечко девочки. Пойдем, потом, 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 потом. А, Лиза, обзор сделай. Давай. Вот эта пицца. 10 из 10. Это, короче, вот эта вот, она охеренная, 11 из 10. Эту я еще не попробовала, а вот это 7 из 10. То есть вы довольны обслуживанием, да? Я поставлю вам 5 звезд и ставлю чили. Вот это дело хорошее. Вася, как тебе пицца? На эти пицца... Нет, лоб. Да, слоб нет, от ней машины. Хорошо, Лера. Все восхитительно, просто у нас чудесные мальчики, чудесная пицца, все чудесно. Это супер. А ты не жующая, Даша? Можно здесь вставку искать на видео? Я ограничаю. Кайфую, девушка. Подъемы. Можно какое-то место сюда? Вот такое вот вышло видео готовочка. Надеюсь, вам понравилось. Было очень опять сумбурно, как всегда, когда приходят мои друзья. Ну, в общем, всем все понравилось, поготовили, было вкусно, и спасибо, что вы это все посмотрели. Как обычно, не понимаю, как вам это удается. Ну, спасибо всем большое за просмотр, увидимся с вами совсем скоро в новых видео. И оставайтесь с собой, оставайтесь со мной. Всем счастливых праздников, выходных, неважно, какое сегодня число. Всем пока-пока-пока-пока. Пахло весной.